В ИТРАО оценщики качества домов, построенных как доступное жилье для народа, будут проходить строгую проверку. То есть после окончания строительства специальная комиссия ужесточит прием представлений авторского и технического надзора. К тому же, если до этого гарантийный срок по строительным объектам составлял 2 года, то теперь за качество домов строители будут отвечать в течение 3 лет. Собственные квадратные метры в нефтяном городе Атырау – мечта для многих. Количество очередников превышает число строящихся многоэтажек. С начала текущего года в городе Атырау были сданы 2 дома на 240 квартир. Но получение счастливчиками нового жилья отнюдь не гарант того, что все беды и печали позади. Ведь качество возведенных построек часто оставляет желать лучшего. Качество оставляет желать лучшего. Можно услышать шум от соседей с нижнего-верхнего этажей, будто сидим в одной комнате. Специалисты заявляют, что теперь орган, ответственный за строительство, продлил гарантию домам, построенным по государственному заказу до 3 лет. К тому же будет проведена системная проверка работ авторских и технадзоров. В целях устранения недостатков ужесточаются требования к учреждениям авторского и технического надзора. Им поручается устранять выявленные в течение 3 лет неисправности. При ненадлежащем выполнении работ они будут направлены в государственный надзор. Стоит отметить, до конца текущего года в Атырау будет сдано в эксплуатацию 9 домов на 648 квартир. Постановлением акима города разработана проектно-сметная документация на 70 жилых домов. Начаты строительные работы 24 жилых домов на 1080 квартир. Айдана Маулянгызы, Гандис Агындыков, Рустам Джумашев, ТДК-42, Атырауская область.